37 триллионов 600 миллиардов рублей составили доходы федерального бюджета за 10 месяцев текущего года. Об этом президенту Владимиру Путину сообщил Даниил Егоров. Между тем, бюджетообеспеченность многих муниципалитетов Тверской области оставляет желать лучшего. В чем причины и что могут сделать власти на местах? Об этом мы расскажем в следующем материале нашего выпуска. Бюджетообеспеченность – это общий объем собственных доходов в казне города, района или субъекта, поделенный на количество жителей. В муниципалитетах Тверской области этот показатель далеко не везде можно оценить как позитивный. Зачастую он снижается, если говорить о текущем моменте. Тому есть ряд причин. Население уменьшается трудоспособного возраста, увеличивается население старше трудоспособного возраста, нагрузка на бюджет растет. И все больше и больше бюджет наш зависит от тех средств, которые придут из Российской Федерации. Вот и получается, что чем больше пенсионеров, которые имеют льготы по уплате налогов в местный бюджет, тем меньше муниципальная казна получает. Кроме того, важным моментом является наличие производств. Например, бюджетообеспеченность Бежецкого района оценивается довольно позитивно, благодаря наличию крупного животноводческого комплекса. В качестве выхода из ситуации можно назвать активное участие районов в федеральных проектах. Это и переселение из аварийного жилья, то, что касается строительства, потому что мы строительство, да, поддерживаем. И это газификация, конечно, очень важное направление, потому что чем больше мы пользователей подключаем, тем больше объем реализации газа происходит, тем больше налог от дохода заплатит «Газпром». Еще одним средством для улучшения бюджетообеспеченности экономисты видят повышение производительности труда. Правда, по факту, сделать это в нашей стране весьма непросто. К сожалению, далеко не каждый работник в России готов трудиться так же интенсивно, как тот же японец или немец. Да и уровень автоматизации у нас пока оставляет желать лучшего.